Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами помним слова Священного Писания, в котором Господь, обращаясь к каждому из нас, говорит: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и Его же послал Иси Иисуса Христа». Эта молитва была также обращена и к Отцу Небесному. Что же есть такое познание истинного Бога, которое открывает для человека возможность наследования и уже вступления и проживания в жизни вечной? Давайте с вами поговорим на данную тему. Прежде всего, говоря о познании Бога, давайте посмотрим на окружающий нас мир. Обращаясь к людям, мы зададим один вопрос: кого вы почитаете умным? Ответы бывают очень различные. Иной отвечает, что умным почитает человека предприимчивого, который сумел собрать и сколотить, скажем так, состояние в своей жизни. Вот. Иной почитает умным человека, который имеет одно, а то и более высших образований. Иной понимает человека эрудированного. Кто-то будет и назовет человека, который много путешествует, потому что с ним приятно вести беседу, всегда что-то можно подчеркнуть новое. Но если мы с вами посмотрим на святоотеческое учение, то увидим, что святые отцы именуют умной ту душу и того человека, который умеет распознавать безошибочно, что есть добро и что есть зло. И при этом распознавании имеет силы, не уклоняясь, следовать в делании добра, не страшась никаких всевозможных мучений, скорбей, которые готовы последовать за его следованием добру. Иными словами, умный тот человек по святоотеческой мысли, который, веруя в Бога, признавая Его бытие, способен и умеет познавать волю Божью, при этом имея твердость своих намерений, силу воли и решимость следовать воле Божией. И таким образом, угождая Богу, он все ближе и ближе приближается к освящению в Боге, в сближение с Ним и наследование Царства Небесного. Но тут также возникает вопрос: как же для человека можно познать волю Божию? Мы с вами уже и прежде говорили о том, что Бог, присутствующий в мире, промышляющий о мире, не мог не отозваться в нашем мире о самом себе, с тем, чтобы не засвидетельствовать о том, какой он есть и что он от нас хочет. И вот его отзыв к нам, он запечатлен в Святой Библии, или, как мы именуем, в Священном Писании. В Священном Писании Господь, обращаясь к каждому из нас, открывает, что есть благо для человека. Обращаясь в своих святых заповедях, Он как бы говорит нам: «Хотите, чтобы у вас все было хорошо? Не убивайте, не прелюбодействуйте, не лжесвидетельствуйте, не завидуйте, почитайте отца и мать» и так далее. «Познавайте Меня, единого истинного Бога, и уподобляйтесь Мне». Это, конечно, не единственные заповеди. Их множество. И все они разбросаны по Священному Писанию. С тем, чтобы заинтересовать человека изучать все Священное Писание, познавая слова Божии, их значение в контексте. И никак, конечно же, не выхватывая из контекста, криво толковать их. Таким образом, познание воли Божией возможно для человека, первое, через изучение Священного Писания. Второе. Как же человек может еще познать волю Божию? На Священное Писание у нас есть множество толкований святых отец, которые нам правильно толкуют то или иное значение, смысл тех слов, которые Господь дает нам.
через изучение творений святых Отец, через изучение их опыта, познание их жизненного опыта, мы с вами также можем познать волю Божию. Конечно же, духовническая практика. Почему Церковь и заповедует каждому по возможности иметь своего духовника. С тем, что если мы с вами где-то, ну, не совсем что-то понимаем в духовной жизни, всегда могли бы прийти к своему духовнику, но только идя, конечно же, надо помолиться и настроить себя так, что «Господи, открой мне волю свою» и прийти и принять то, что духовник нам скажет, с молитвой, но при этом, конечно же, с рассуждением. И третье, вернее, уже четвертое – это сама молитва. Святые отцы говорят, когда ты находишься в колебании и не знаешь, как познать волю Божию, как тебе поступить в той или иной ситуации, даже имея перед рукой Священное Писание, Священное Предание, может быть, не имея духовника, или имея духовника, посоветовавших с ним, но все равно находишься в раздумье, помолись и со вниманием обратись к своему сердцу. Вниманием ума войди в свое сердце. И куда склонится твое сердечко, пусть хоть на чуть-чуть, то и прими. Но только иди по выбранному пути с молитвой и с надеждой на Бога. Когда мы с вами молимся, уповаем на Бога, Господь никогда человека не оставит. Это нам говорит вся христианская практика. Опыт святых отец, опыт всех тех христиан, которые были до нас, которые сейчас, ныне живут на земле. И, конечно же, тот опыт, который заложен, будучи в Священное Писание, Священное Предание, будет передаваться грядущим поколениям, которые неминуемо будут им руководствоваться. Итак, вот четыре – Священное Писание, Священное Предание, совет духовника и молитва открывают для человека возможность познания воли Божией. Ну что же дальше? Познав волю Божию, это еще не конечный пункт нашего назначения. Ее надлежит исполнить. И когда к преподобному отцу Серафиму обращались с вопросом люди: «Отче, вот мы много думаем о последних временах. Какие страшные явления будут там? Ведь христиане все равно прибудут до второго пришествия Христова, хотя мы знаем, что будет и оскудение веры. Что же будет не хватать людям последних времен?» На что батюшка ответил: «Решимости. Такие же будут, как и мы, но решимости последовать в исполнении воли Божией, возложить на себя подвиг для совершенствования в посте и в молитве, будет недоставать. Итак, необходимо приложить решимость в исполнении той воли Божией, которую мы с вами узнали. Иначе мы можем уподобиться тому нерадивому сыну, о котором Господь говорит в притче, что отец, имея двух сыновей, подошел к одному и сказал: «Сын мой, иди работай в винограднике моем». На что сын с охотой, конечно же, к нашей теме, узнав волю отца, ответил: «Хорошо, отче, пойду». И не пошел. Тогда отец подошел ко второму сыну и сказал ему: «Сын мой, пойди, поработай в винограднике моем». На что второй сын младший сказал: «Не пойду». А позже, говорит Господь, раскаявшись, пошел. И в конце притчи Господь задает вопрос: «Кто из двоих сыновей исполнил волю отца?» И ответ также звучит: «Последний. Тот, который пусть и сначала отказался, но тем не менее, позже покаявшись, пошел и потрудился добросовестно в винограднике, как и просил его отец». Но идеал складывается из двух. Идеальное состояние для человека, христианина, следующего воле Божией, ищущего благодати Духа Святаго, это познавать волю Божию, отзываться внутренне на ее исполнение и дальше уже следовать для того, с тем, чтобы, угодив Богу, предстать пред Ним в сыновьем положении. Потому что посмотрите, сколь важно для человека угодить Богу.
Мы с вами, читая книгу «Деяний», видим миссионерские апостольские труды, а наипаче потрудившегося апостола Павла, которого, мы видим с вами, ничем было не запугать. В лице апостола Павла, да и как и в любом лице святых апостолов, открывается нам мужественный человек, который ничего не боится, ни гонения, ни холода, ни голода, ни темницы, ни самой смерти. Но, будучи немногословным в мужестве своем, он в двух словах выразил то, чего он боится. Он сказал: «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Святые отцы пояснили потом, что он имел в виду. Страшно предстать пред Богом, будучи его врагом. Лучше было бы такому человеку не родиться. Вот чего он боялся. Мы с вами и от Господа нашего, Иисуса Христа, знаем, что Господь говорит вам: не бояться в этом мире ничего, даже тех, кто способен тело погубить, но душе не могущий вреда принести. Бойтесь же того, кто способен и тело, и душу ввергнуть в гиену огненную. А это есть ничто иное, как грех. Вот греха должен бояться христианин, потому что грех становится преградой для каждого христианина единения с Богом. Все, что противоречит воле Божией, то является грехом. И если говорить о добродетелях и о грехах, то добродетель, чтобы мы с вами понимали, это все то, что нас приближает к Богу. Грех – все то, что удаляет нас от Бога. Есть, конечно же, вещи нейтральные, которые не приближают и не удаляют. Но сейчас мы внимание хотим обратить на то, что грех, который нас удаляет от Бога, он становится для нас препятствием. Наследие божественной благодати, усыновление, удочерение Богу. А как препятствием стать чадами Божьими, так и наследниками Его. И напротив, добродетель, которую человек должен исполнять. Ведь предназначение человека на земле – творить добро. Если человек творит добро, тогда он Божий человек. Если же не творит добра, тогда человек, конечно же, уже уклонившийся от нормы своего поведения, начинает внутренне терять свой облик человеческий. Хотя и внешне имеет оболочку человека, но внутри уже никак этому не соответствует. Мы с вами когда-то, помнится мне, разбирали слово «человек» по составляющим «чело» и «век». «Чело» — это лоб, значит, мыслитель. «Век» в переводе не нуждается. И мы давали определение человеку. Человек есть мыслитель, пребывающий в веках. И, конечно же, если человеческие мысли не соответствуют этой вечности, то никак таковым человеком не является. Итак, давайте подведем черту под вышесказанным. Умной душой и умным человеком является тот человек, который, веруя в Бога, живя как бы пред очами Божьими, способен познавать волю Божью и в решимости исполнять ее, не страшась возможных гонений, притеснений и даже лишения самой жизни физической, потому что пред Богом нет мертвых, но все живы. Аминь.